записаны на 25 число на 15:00. Кане Николаевне. У этого доктора нет свободной минуты. Запись на месяц вперед. И в свой юбилей доктор на работе. Говорит, дома уже привыкли. Пациенты ее ласково называют «зубная фея». И как иначе, стоматолог-терапевт Анна Николаевна Обрывалина – доктор по призванию. В клинике «Мегадент» работает почти 20 лет. И эти года, уверяет директор Оксана Кривошеева, пролетели как один миг. Залог успеха и секрет успеха только в людях, потому что можно построить красивую клинику, сделать шикарный ремонт, да, но там будут работать дилетанты, и пациенты туда не пойдут, потому что не место красит человека, а человек место. Ирина Нестерова – одна из таких пациенток. Ее голливудская улыбка – полностью заслуга Анны Николаевны. Первый раз в кресло села маленькой девочкой. А теперь доктор лечит и детей самой Ирины. Такой преданной клиентуре позавидует кто угодно. К ней ходят поколениями – от бабушек до правнуков. Это тот самый случай, когда реклама не нужна. Она видит человека, она чувствует изнутри, она знает каждый наш зубик. Это, наверное... Я даже не знаю, как это можно выучить каждый зуб своего пациента, но она не знает. Ничего удивительного, считают коллеги. Анна Николаевна каждого пациента знает, как говорится, на зубок. Впрочем, так же, как и коллег. Например, с хирургом клиники «Мегадент» Ириной Шишкановой за студенческой скамьей сидели вместе. А теперь не только работают, но и дома строят забор в забор. Каждому пациенту она подходит в первую очередь как к человеку. Она расспрашивает, как дома дела, там, с детишками, что с внуками. Поэтому люди приходят как будто бы к подруге, к другу. Секрет в том, что она располагает к себе человека и простым, обычным языком, неврачебным, объясняет суть проблемы и хорошо лечит, наверное. Так бы никто не приходил. Анна Николаевна признается, выбрать профессию помогла ее мама. А вот на стоматологический факультет пошла сама. Думала, будет меньше переживать за пациентов, но нет. Я слишком переживаю сильно за всех, поэтому она сказала, не надо идти в терапевт, ты там будешь ходить по участкам, за каждого переживать. А здесь оказалось еще больше. Это надо любить. Чтобы тебя потом любили, пациенты, это просто надо любить свое дело. Но это не сразу приходит. Я не знала, что я буду заниматься, ну вот, любимым делом. Это потом пришло со временем. В семье уже давно привыкли. Для Анны Николаевны на первом месте работа. Энергичный, жизнерадостный доктор отдыхать любит в путешествиях. Сейчас собирается во Вьетнам, но уже думает о следующем. После интервью становится понятно, секрет ее успеха в том, что, сохраняя здоровые улыбки других, не забывать улыбаться самой. Во все 32. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».